В Москву за 1000 рублей. Да, такое возможно. Авиакомпания Smart Avia снижает цены на субсидированные билеты из Москвы в Улан-Удэ и обратно. Выгодный тариф доступен пассажирам до 23 лет и пенсионерам, женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет. Летать по такой цене могут инвалиды первой группы без ограничения по возрасту и их сопровождающие. Дети-инвалиды всех групп и их сопровождающие. Инвалиды с детства второй или третьей группы любого возраста, а также пассажиры из многодетных семей. Блогер из Бурятии Валентина Свидова, хоть и не попала под субсидию, все равно выбирает только Smart Avia. Всем привет! Я уже успела акклиматизироваться, поэтому хочу побыстрее рассказать вам про свой полет вместе со Smart Avia. И начну я с моего удивления, даже, так сказать, шок от количества людей в аэропорту. Я вылетала в 7 утра, а людей было так много. И на самом деле, не знаю, зачем я удивляюсь, ведь у Smart Avia сейчас запустилась акция на субсидированные билеты. Они стоят сейчас 1000 рублей в одну сторону, и на месте этих людей, да, я понимаю, что этим шансом нужно воспользоваться, пока идет акция. Представьте, вы можете скататься до Москвы чисто на выходные, или встретиться с друзьями, или по работе, и это не ударит по вашему кошельку. Камон, это же так круто! Я лично летаю с Smart Avia уже третий год. Первый раз я полетела в 2019 как раз-таки в Москву, и потому что мне понравилась цена за билет, да, за комфортные условия, цена за билет, и то, что все так классно, новые самолеты, и... Блин, комфортный на самом деле был полет. По субсидированным тарифам каждый пассажир может бесплатно провести багаж до 23 килограмм и ручную кладь до 10 килограмм. Акция продлится до конца ноября.